One, two, three, four. Здесь слишком много сквозняка, но слишком сильный дух. Здесь много старых женщин, они все читают вслух. Ко мне подходят люди с намерением разбить мне нос. А ты удивлена, отчего я не живу здесь, милая? Ты знаешь, мне кажется, это странный вопрос. В табачном производстве все борются за власть или гонят самогон из того, что нет смысла красть, а начальник цеха не был здесь. Вот он на это забил. Ты удивлена, отчего я не курю? Может быть, я идиот, но я не дебил. Один твой друг ест ложкой гудрон, другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом и говорит: «Бежишь ли ты, кросс?» А ты удивлена, отчего я здесь проездом? Милая, ты знаешь, мне кажется, это ты не всерьез. Пришла ко мне утром, ты села на кровать, ты спросила, есть ли у меня разрешение дышать. Действительно ли мой пропуск, чтобы выйти в кино? Теперь ты говоришь, ну куда же ты отсюда, ты знаешь? Главное прочь, а там все равно.